Администрация Самарского района и ее глава Роман Радюков в телеграм-канале поздравляют директора колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяну Санникову с получением профессиональной премии «Лидер СПО России 2021-2022». Талантливый руководитель, достигший больших результатов в своей профессии. Под руководством Татьяны Александровны колледж активно развивается. Студенты занимают призовые места в профессиональных конкурсах, пишет Роман Александрович. В телеграм-канале Ленинского района рассказывают о том, как прошел дворовый праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки в ТОС «Мичуринский». Сказочный волшебник и его внучка поздравили детвору с наступающим Новым годом, дети приготовили стихи и получили подарки. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер предусмотрена ежемесячная выплата медицинским работникам, молодым специалистам в возрасте до 35 лет, в течение первых трех лет после окончания обучения.